Привет, зритель. Ты тут давно не был? И я так поняла, что ты до хрена как жаждешь сюда снова попасть. Сейчас у нас весна, аж март 21-го года. Я тут скоро будет 3 года, как я живу. В чем дверь? В принципе, она почти не изменилась. Но благодаря тому, что у меня когда-то был кот до недавнего времени, он тут что-то подрал. Я вообще думала, что он эту дверь выскребет. Но внезапно не выскреб. Вторая дверь. Вон та фигня была, на ней раньше крепился кабель от моего бывшего провайдера. Но я ее никак все не... Ну, не уберу эту фигню, все никак, что-то руки не дойдут. Вон там что-то треснуло, оказалось, что там какая-то такая штука. Такая же штука есть в комнате. И делал... Обои клеила одна и та же дама, что у меня в одной квартире... Да, лапа дрожит, наверное, надо штатив поставить. В одной квартире раздолбала плафон, в этой тоже раздолбала. Ну... Хрен бы с ней, ладно. Короче говоря, она заклеила зачем-то эту штуку, и та штука треснула, точнее, обои на ней. Ты видишь переноску? У меня сегодня человек возжаждал временно взять ее себе. Видишь, там красивая развода? Это мои любимые соседи сверху. Сказали, что у них случайно вода пролилась. На самом деле они истерили, вопили. Короче, ну, есть нечестные люди, которые не могут признавать свои ошибки. Тут свет горит. Шкаф у меня обклеился со мной и тетей вот этой вот. Ну, под цвет, короче, стал. Следы, я их еще не успела заклеить, потому что не купила клей. Хотя у меня есть еще обои эти. Оставил мне мой бывший кот. Прошлый кот. Который уже переродился. Но еще не пришел ко мне. Вон там, ну, это сказочные феерические люди, которые связаны с моим бывшим провайдером, так пропилили эту дырку. И в итоге вот обои порвались. Вот здесь я совсем недавно заметила подарочек от кота из его прошлой кошачьей жизни. Тоже потом заклеится обои, стульчик. Здесь одно время кот ел последние 1.5 года. Ну, в общем, как, у меня появилась с того момента вот эта вот штучка, полочка. Не помню, была ли та полочка, когда я делала в 18 году обзор. Шкаф. Вон там я. В халате. В общем, вон там внизу есть тапочки. Тут сумочка всякая такая, требетень, мешок с мешками. Возможно, слегка бардак. Вот здесь там сушилка, туалетная бумага, мисочка, ну не то что мисочка, коробочка с едой для кота в его следующее перерождение. Из Карелии в 2012 году привезенный какой-то из березы карельской штук. Что, наверное, в комнату сначала, да? А, зритель, у нас же сейчас это какая-то зараза последние 1.5 года. Ну и вообще, как бы до нее люди-то не знали, что руки надо мыть. Но мы же с тобой, зритель, просвещенные бодхисаттвы. Давай свет выключим, мне фиг электричество жечь хочешь. У меня тут изберегательная лампочка. Ванна-то, да, я только что убралась буквально час назад в ней. Ну что тут изменилось, зритель? Туалет, ну да, он как бы зовет тебя зритель, ты с дороги, наверное, в туалет хочешь, зайди. У меня здесь появился гвоздик, и я повесила сюда пару тазиков. Я его отмыла внезапно белизной, он такой практически новенький стал. А то некоторые страдали, что у меня дотопотопные советские тазики. У меня были такие, еще немножко осталось, какие-то салфетки специальные для уборки. Да, новая занавеска. Но это уже последнюю, которую я покупала за 300 рупий. Она очень хорошая, плотная. Думаю, мы с ней будем долго еще жить счастливо. И она как бы раковину, ну, ни хрена не отмывает. Ванну слегка у меня оттерла. Я чувствую, вот у людей адская побольше. Я тут снимаю ванну, которая нифига не оттертая. Вот там, где белая, она все-таки оттерлась. Я поняла, что эти салфетки совершенно бесполезные. Полотенечко от Кукпэт. Ну так как бы все вроде на месте. В этой кастрюле чернее черного, но вообще она сейчас еще более-менее светлая. Я всякие отвары трав делаю. Если ты в танке, зритель, то отвары трав, они имеют свойство красить. Красящий эффект. Да, это звуки со второго этажа, почему-то в этих квартирах, точнее в этом доме, ну, еще в некоторых домах. На первом этаже все слышно, как сливают. Особенно, если кто-то громко разговаривает на очень повышенных тонах, то еще более слышно. Не только смывают. Короче, вот здесь вот розетки, они так и остались.
Там вот этот шкафчик, мне туда занавесочку бабушкина младшая сестра приделала. У меня там что-то на телефоне взякнуло. Тут как бы дверь изначально была, но мы ее тогда еще сняли. Тут у меня мешок с мешками. Как он там, с сестрами в свое время на 8 марта еще в той квартире на Механке подарили. Наборчик такой был, прихваточка, рукавичечка, прихваточка и вот этот вот, как он, фартучек. А это из маминого материала. Мне подружка шила. Вот надо бы ей как-то намекнуть. Она там мне платье какое-то собирала шить. И вообще дофигна у нее там материала моего. Ну, в принципе, мне все лениво. Мы с ней как-то не состыковываемся. Это холодильник. Ты помнишь, зритель, он был там. Но мы как-то с моей близкой родственницей пришли к тому мнению, что ему удобнее здесь. И мне удобнее, что он здесь. Че тут изнова? Вон там в углу стоит подобное. Это вообще... Две этажерки, две в одной. Я сначала одну купила, потом вторую докупила. Как в коридоре, еще такая же на балконе есть. Ты можешь как бы тут он расположиться, вон там ноутбук. Но тебе места хватит, там еще стульчик есть. Мне осталось два стульчика. Один стульчик приказал долго жить, и я его... Он как бы не то, чтобы я его разобрала, он стал разбираться, я его в итоге унесла. У него, по-моему, сидульчик... стал выниматься, потом эти штучки как-то отошли. Ну, мне хватит. У меня два стульчика, две тубареточки, еще пианино на тубареточка. А кому не хватит, может на полу посидеть. Вот здесь когда-то, если ты древний зритель и видел что-то тут, у меня тут кот раньше хавал. Ну, потом появится другой, в смысле, перерожденный кот, может в другом месте будет хавать. Микроволновка тут сидит, вон там эти формочки. Кстати, подарок на 8 марта от моей одной подружки гей. Шкафчик. У всех людей обычно, ну, большинство людей, вот такая штука вот здесь. А я не знала, что в таких штуках обычно вот эти штуки. И когда узнала, охренела, я решила, что пусть будет тут шкафчик святая святых. Тебе, зритель, прикинь, удостоилась честь посмотреть вот это вот. Так. Досочка мне на 8 марта тетя подарила. Удобная, я ее вчера ночью обновила. Фиговины, очень, кстати, удобные. Я ими брала вот какую-то выпечку, котлетки хорошо переворачивать. Я буквально вот недавно помыла посуду, да, возможно, раковина не блеск чистоты. Но ты как бы зритель, ведь тоже живой человек. У тебя иногда раковина бывает грязная, зато плита чистая. Я ее только что отмыла и вон той фигней, Золушкой, и этими странными салфетками, от которых иногда добывает толк. Что тут у меня? Чайник китвардовский, который мне за обзор на медленноварку подарился. Кастрюлька, в которой я вчера варила картошку. От нее вот эта ручка. Вообще ее покупала специально, чтобы тушить овощи. Сковорода прошлогодняя, которую я в стриме обозревала. Ну, этот стол, да, это мне на Новый год, что ли, Ирка подарила. Скатерочка. Лепестрическая печка вон там стоит, вон там мед. Тут слегка такой склад фруктов. Он у меня, ну вот, он два раза вообще за зиму цвел. Вот, отцвел уже, там еще два таких бутончика было. Тут всякие фрукты, т.д. и т.п. Огромное окно, новые занавески, которые мне вроде на Новый, да, на Новый год, но чуть пораньше, чем новый выдался. Мне, ну, на Новый год, короче, подарок был. Тут полотенечко, там сохнут эти перчатки, не знаю, как ты, я убираюсь, стараюсь убираться в перчатках. Тут у меня сухарики сушатся родственникам и курочкам. Тут у меня еще что-то сушится. Тут у нас вот, да, в Угриче такие феерические люди, которые делают вам мебель. Могут кровать сделать так, что она сломается. Скажут, что все из дерева, а на деле окажется... Ну, я покажу, оно там на балконе стоит, эта сказочная штука. Да, вот здесь у меня всякая как бы еда. Много всего. И юканчик. Вот этот юканчик может жить долго. Аж до 25-го года. А сейчас у нас 21-й. Хоть зитя, сахар кокосовый, виноградный сахар этажом ниже, пальмовый сахар. Я себе купила вот эту штучку, хлебница, но мой приятель сказал, что она очень большая, и он бы на свою кухню такую бы большую не взял. Но это была самая маленькая хлебница на тот момент. Крючочки, я забыла, что у меня есть этот самый. Но мне сейчас просто ничего такого не надо, чтобы мне про него помнить. Это этот. Температуру мерить в еде. Вот здесь у меня обычно ножичек, которым сыр режут, висит, допотопный советский. Эта штучка
от, ну, короче, отсюда вот, доставать противень. Вот. Досочки. Вроде я ее уже монтировала, ролик с курицей, как раз она там была. Вот эти подруга мне как-то подарила прихватки. Там коробочка с чайником, который на свечке можно делать. Бошевская кофемолка, которую кот уронил, пустая бутылка из-под этого самого. Забыла ее брать. Ой, палюсь. Но она мне просто нравится. Это сувенир из этой самой Абхазии. Та, что была заштрихована на этом самом, блин, как его там, на полтора ролика у меня. Потому что я про нее забыла. Это она была на день рождения, стояла на окне. Я про нее благополучно забыла. А друзья мои что-то ее как-то не оценили, а я в ней не понимать. Вон там пачка соли. Что она там делает, я про нее забыла. Вот это потопный советский термос. Ну и в общем, я что начала говорить. Мы заказали, чтобы оно до угла было. И нам сказали, да-да, мы на ваш размер все сделаем. Все что угодно за ваши деньги. И ни хрена ничего угодно. Оно не хватило туда им. Им, я не знаю, что не хватило этим мастерам углеческим. Но, короче, им, видимо, не хватило разума. Может, математика у них плохая. Короче, плохо у них в школе было с математикой, поэтому я в итоге вот в этот пустой угол купила две такие этажерки, соединила их. Напомню, потолок натяжной. Люстра с механки с комнаты, видишь, и разница вот у нее. Вот как раз некоторые делают ремонт, берут денежку, а потом долбак чем-то тяжелым, из принципа так, прикола ради, посмотреть, разобьется или нет. А ты ходишь, а хозяин, точнее, этой люстры ходит по всему городу, ищет более-менее подходящую плафончику под эту люстру. Ну, как бы, если не знаешь, что думаешь, что так и должно быть. Это было от прежних хозяев, так же, как плита и гардина тоже. Да, вот я ее сюда повесила. У меня вообще мечта сюда такую. Вот у меня на механке была, на ней можно было висеть. Дедушка делал турник. В общем, я мечтаю об этом турнике. Да, у меня тут еще с другой стороны уже эти. Может, вдруг я их не показала. Моющиеся обои, то все. Кукпедовская какая-то хренотенина. Ну что, пошли в комнату, что ли, зритель? В туалете ты был, чаю ты попил. Хотя я вроде и не предлагала. Свет включим. Пианино, коврик. Спаси обои, положи ковер. Но не всегда это спасает обои. Красивые розовые занавесочки. Что здесь вообще изменилось? Мне кажется, тут ничего особо не изменилось. Вот эта фигня висит, я с ней как не сниму. Тут все по-прежнему. Я так и не купила ей эту накидушку на эту штучку. На гладильную доску. А, провода тут нету. Это моего бывшего провайдера. Халатик банный. Одеваю, чтобы вот, ну, специально этот насобачила сюда крючочек. Чтобы в ванную сходить. Шкафчик. Не буду открывать, вдруг у меня там какой-нибудь этот скелет в шкафу. Личный. Честно, просто не помню. У меня там местами бардак, местами нет. Что тут еще? Кровать в порядке, потому что мы с моим близким родственником, я теперь умею сверлить какой-то фиговиной электрической, сделали эту кровать. Кьюбейчик. Кайлаш-дживан, который мне присылали на обзор, все еще живой немножко. Полочка, которую делал дедушка, она здесь лежит. Висит точнее. Ну, тумбочка, которую мы с подругой покупали. На ней всякий разный чай, салфетки какие-то чудесские. В общем, курточка. Да, вот эта штучка, наверное, появилась, табуреточка. Мы тогда с моей ближней родственницей хотели мои огурцы, которые я, кстати, собираюсь снова попробовать их посадить, поставить на эту штуку или что-то еще, но в итоге она у меня так и осталась. Удобная такая штучка. На ней одно время елочка стояла на Новый год. Пианино. Коробка из-под озон, гиря 8 кг, за ней пакетики на эти утяжелители на руки по килограмму каждый. Благодаря им я теперь, когда беру что-то в килограмме, я вообще не ощущаю вес. Мольберт, который я пока еще не опробовала в действии на камеру. Упаковка, которую я думаю в АСМР пошуршать, хоть никто и не сказал, что типа, Лёля, пошурши. Но мне так захотелось. Да, скопидомок. Бардачок вот здесь. Книжки, которые я смонтирую, записала перед Новым годом, но никак не смонтирую, там, потому что на час времени. Вот эта тубаречка, я на ней обычно сижу. Ну, сейчас тут так-то оно вот так.
У меня косметики уходовой стало меньше в разы, и можно стало соединить духи с косметикой и немножко освободить полочку под что-то еще, там наушники, на которые я иногда пишу какой-нибудь СМР с гарнитуркой. То, что я, ну, иногда оно бывает в обзорах чая, и то, что я еще года полтора, наверное, собиралась обозреть, все никак руки не дойдут. Мои любимые духи, самопальные двое духи, всякая такая мелкая требуха, коробочка под бумажный мусор, из-под чайничка, который еще не смонтирован, но ты его, видимо, зрителю увидишь. Хотя, хз, может, я смонтирую этот ролик, после этого другие смонтирую. Короче говоря, системник, компьютер, мой стол, мой стул. Столик, который тогда, наверное, стоял на балконе. Ну, штативчик. Лови момент. Чай потом я этот обозрю как-нибудь. Я тогда обещала вроде как. Ой, пумс. Мышка из Мышкина. Склад этого всего. Внизу там этот пылесосик. Там на полочке лежит то, что я никак не обозрю. Тут частично тоже есть этих пустых баночек еды. Помнишь, у меня был такой шикарный, зеленый, колосившийся лаврик. Остатки былой роскоши. Этот разросся, хотя его обкорнал, он снова порос. Даже вон есть листик, который можно, ну, отсадить. Тут у меня в воде стоят. Палочку поставила, но думаю, бесполезняк от лаврика. Медочка. Этот разросся, хотя его кот стабильно жрал. Он еще, по ходу дела, пустил стрелу. А этот вот в таком сейчас состоянии. Там были какие-то веточки, они нахрен обломились, потому что уже совсем высохшие были. Я все думала, что может кот переродиться в этот лаврик и даст ему вторую жизнь, потому что очень жалко. У него, я тогда его вылечила все-таки от этой чертовой тли, но в итоге вот такой вот трындец. Очень-очень жалко. Причем люди, которым я отдавала росточки, стопудово или сами загубили эти цветы, или вряд ли у них этот. Реально, допустим, сказать: привет, знакомая, помнишь, что у меня перед переездом брала вот этот самый лаврик? Мне бы почечку, веточку с почечкой посадить и отсадить, потому что этот-то был отсаженный от предыдущего, которого мои родственники, я не знаю, чем они вообще, зачем они так решили, я была очень против. Они вместо того, чтобы его выходить, просто укокошили. И вот росточек от того пошел. Вот сейчас такая ситуация вообще в офиге. Это у меня с 19 года висит, а курцы на нее вешались. В смысле, росли. Тот чайник, который стал в итоге горшком, потому что у него дна не было. Ну, как я поняла, когда я его открыла, на камеру будет видно, что на него не было, практически дна не стало. Не дееспособный. Но мне внезапно Озон за него эти монетки вернул, даже баллы зачислил утешительные. Я как-то и не ожидала, когда писала отзыв, что вся такая расстроенная, что чайник кирдык. Он красивый же. Ну, как бы это. Пусть хоть так будет. Вот оно. Колосится вообще, хотя его кот обжирал. У этого был веточка, его случайно оборвали. Я пыталась его отсадить, но кот сожрал полностью эту штучку. И вот этот колосится, этот колосится, этот колосится. Тут у меня баррикада из варенья. Не только варенье. Ну и что, пошли. Зритель на балкон. Он у меня слегка открыт, потому что тут вообще что-то было 25 градусов на балконе. Солнышком нагрело. Да, то самое ведро. Ну, пока еще стоит здесь, либо в деревню еще не ездила. Медленно, ларка какие-то фордовская. Такой бардачок, я все никак не разберу его. У меня там еще полтора пакета где-то есть. В том месте кот любил сидеть. О, у меня тут телефон, я думаю, что он тут? Я забыла совсем про телефон. Я его тут, видимо, оставила по какой-то причине и ушла. О, вот она где, я ее искала. Короче, тут очень много тюков с бумагой, которую надо бы как бы снести в сад, но у меня за всю зиму так и не получилось. И поэтому она тут. Ведро, которое потом в деревню едет. Ведро, в которое мне пол мою. Этот обогреватель. Короче, сейчас на балконе бардак. И вон та штучка. Это полноценная одна была. Короче, у меня вот таких штучек было 4. Вот такая штучка. Ну, а нет, она... Ну, в общем, они были все одинаковые. То, что на кухне, это две из одной. И в коридоре, и вот это. Я сразу две купила. Короче, в коридоре на колесиках. И тут тоже на колесиках.
по-моему. Ну и, в общем, оно вот этот угол заняло. Я его сама сдвигала. Наполовину разобрала, сама сдвигала. То, что в нем было, сама сдвигала. Вон там баррикада из коробок. И туда вот вкатила. И за ним еще какие-то коробки, там тоже что-то такое. Вон там сухие зерна авокадо уже год лежат, не знаю, что они там делают. Тут я забыла про этот мед, ему уже года три, его можно растопить и пустить уже на косметику. Тут какая-то еда, тут еда, тут еще какая-то еда, тут алоэ стоит, потому что на балконе обычно холодно. А это та самая фигня, которая как бы досочка, их было вообще четыре, но одна сломалась. Эти вот так и лежат, может, куда-нибудь потом вытащу. Не знаю, что с ними вообще делать. То, что углические мастера, когда делают кровати, говорят, да-да, все из дерева, все из дерева, все конкретно доски. Спрессованная на клей посаженная стружка деревянная. Ну, вообще. Самое место в районе, где матрас лежит, ложить. Ну, лоточек кошачий, еда, это фотомисочка кошачья, совочек кошачий. Короче, что, зритель, ты тут все видел, да? Ты уже видел все. Нет, уведомления. Ну и что, зритель, тогда? Давай, на выход. Пока тебе, зритель. Не забудь поставить палец кверху.